тыкать, тыкать. Все, вот ты с рейдом на первом аде, вот здесь, сюда, и первого птенца на втором. Первую фазу на себе фанат и гуннер. Извлекаются. Дайте, пожалуйста, по выводу фури баф. Вайт рыбка стоит. Каску, пожалуйста, поваром. Я дал 30 минут же вести. Да, Мосс, это с рейдом на второй. Ну как с рейдом? Ты держишься так, чтобы доставать у нас до гуннера. То есть можешь где-то чуть подаль стоять. То есть я в тебя тапком сейчас кину. Начали просыпаться ПТМчики. Все. Запускай. Потому что у меня шестерка стоит только. Ну, понятно. Падение, приготовились, прибежали. А, все, просто домашний. Просто домой. Падение приготовились, прибежали. Падение приготовились. Перебежали. Перебежали. Паш, проговаривай крики. Куда перебегать не сложно, будем оставаться так. Дима, подзатыльник его, пусть они. Падение. Всяк стоп не их была возможность. Прибежали.
подождал бы. Нет, собираешься вставать? Говорил, вы не слышали? Нет. Значит, у меня интернет скопнул, я сказал, я завис. Что мне не судил? БР жалко. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Напрягайтесь, надо переводить за эти. Падение. Ушли. Переводим. Наверх. Пашка метку. С лопаты так кто диспелит? Сова. Серва, там лопату фул диспел. Что с него снять? Я завис. Отвис. Гера. Слабость у нас. Второй какой? Агро. Падение. Падение. Подбиваем этого первого, господа, помогайте. У нас здесь пол тут есть, но тут вроде пусто. Монород у меня. Что-то как-то... А тут возможности снимаем. Падение. Не успели добить, походу. Сейчас будем по воздуху ловить. Потихоньку взрывать. Пускай их сразу, пускай потихоньку ползут. Забей, 8 выбросов пламени, я сейчас сдохну просто. Yeah.
Все, взмахивал лыжи, пусть сюда. Как вы падение словили там? А смысл бить Лёва? Я дохну в любом случае, 8 стаков от Феникса, блядь. Ну ты, а остальные? 8 стаков от Феникса на агро, окей. Но это только у тебя. У нас здесь лежит мой народ, который диспайлит. Я поставлю на контроль. Диспайлит контроль, если ему такое себе. Минус Мурлок, минус Мурлок. У нас один звук, который кидает баны, которым мы это все блядство взрываем. Ну вот диспайл у нас. Минус Сухуду. Окей. Как? Воскресители, Баслопата, у вас еще парочка. Зависли. Ты как будешь их воскрешать? Рывок? Что-что? Зависли. Ладно. Воскресить интернет. Угу. Плюнуть в Мурлок, воскресить диспел. Охерели, потому что у нас Лёха упал. Лёха, пожалуйста, на второй фазе, быстренько, на подъем. Не успел убежать, сдох. Бегаешь, там заметно. Или что, ебануто. Все. Можно ругаться на русском. У кого Феникс был, который агро? Меня. Тась, мне надо 5 секунд, 3 лога. Давай релогайся. Саня, Сукубик, ты готов играть или как? Я релогался. Я тут что-то ДПМ 70 раз говорит 4, 3, 1, go и все, и даже вас не... Чего, блядь? Мурлок, ты знаешь, что кинь лучше на Монорота? Паша, что ты спрашивал? Потому что он умер от стаков от Феникса. Мне метку въебало и получается 8 стаков. Не, не могло, мне сразу переагрело. Там полика. Еще хочет вылететь. Давайте заранее. А с лопатой тебе вообще без шансов. Векс. Интеллект. Так. Полик, ты готов? Да. Падение. Ушли. Падение. Ушли.
Падение ушли. Пустите передних. Падение приготовились. Ушли. Чем дальше Алара по возможности. Падение приготовились. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Стопнуть адов. Я не понимаю. Какая передняя? Падение ушли. Так, притормозите, пожалуйста, господа, по Алару. Пять взорвать. Падение ушли. Теперь вливаем, переводим. Лопатки нас сразу без стола. Гера, не спите. Гера сразу же. Агро у меня. Это мой мест. Пять хосты. Падение.
отпускайте, отпускайте, можно взрывать. Ну, вот, как будто с ума разбанивать, ок. Стоим. Падение здесь ловим. Потихоньку их взрываем, господа. Не держать, взрываем. Чисто замедление сразу отпускаете. Дальних максимум подержались. Вот. Бан. Через баны давай. Эма. Где? Там Нова, Тотем с корнями воздух. Не? Народ, не держать это, не держать их статично. Их можно держать под замедлением. Не так, чтобы они все сразу херачили. Просто потихоньку их ведете, они по очереди взрываются. Вы их, если держите на первом, вот, допустим, у нас здесь осталось так, что не все резнулось, вы их там держите, мы не успеваем, если долго будете держать, вот там есть чисто одной новой, мы не успеваем их взорвать. В то же время, если они идут так быстро, мы не успеваем здесь их взорвать так, чтобы слетело. Ну, как бы, да, там тотем должен был быть. Если нового не достает, то тотем крутающий. Тотема не было. Кушаем рыбку, рыба. Было на край просто ставить пирс, он бы достал их. Когда контролите, вы не обращайте внимания на то, где остальной рейд стоит, где метка стоит нападение и так далее. У вас приоритет задачи контроль, потом уже метка. То есть вы становитесь там, где вам удобно. Давайте, ребята. Я готов. Мак, ты готов? Мне кажется, он без меня лучше стреляет. Падение. Ушли.
падение. Ушли. Падение готовимся. Ушли. Взрыв будет под падением. Как ты поняла, мне лень метку прикидывать, поэтому положу. Угу. Бля, кто-то под лагерник поставил. Падение. Шли. Падение. Ушли. Ты не вылетишь? Не знаю. Кинь лутера. У меня тут вот стоит, кажется, просто то есть. Хорошо, падение. Сколько лагает, нет? Сейчас нет, это укалывало. Падение. Ушли. Нечем. Кто ты? Все окей. Падение. Шли. Пускай потихоньку слопните. Пускай взрывается. Я отпустил. Это нормально, окей. Получилось. Сейчас гимн скину. Скинь уже сразу, потому что ладно, скинь. Не, вроде, сделаем.
Арсенус последний. У меня дизарм. Падение. Урок эти бабская пока стоят, там еще один здесь, по-моему, дальше. Надо не пропускать. Падение. Шли. Гунору. Народ, не потеряйте танк. Метка. Что за шерик? Подержи дальних, мы этих взорвем, которые здесь рядышком. Здесь какой феникс? На дальние три феникса. Наших застопайте. Там Таленец. СССР не было? Нет, не было там. Ну, тогда мы или падаем, или я рискую трачу. Решай, блять, у нас два хрупала мертва. Все, уже поздно. Пошли вниз. А можно вопрос? А вот танк, который говорит, у меня такая-то способность... Я, конечно, извиняюсь, но я вас вообще в душе некоторых не знаю. Я и тем более ваши голоса. Ну, блин, вы хотя бы скажите, на каком фениксе какой крик? Мы приходим на феникс, вот я, допустим, я не понимаю, что здесь за крик будет. Из важных для тебя на ласте фирм. Эфир как раз прогуляла, сказал, что рассеянность там. Рассеянность это эфир. Дай захилу, а секунду, дай точно не было, если что. Да, я не знаю. Сейчас снова одну секунду.
Ребафорча. Морлок. Макрос. Да, Моркин. Кидай постоянно на него. Есть Дживс у кого-то? Так не те Дживса. Так, готовы? Поехали. Падение приготовились. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Аккуратно, лужа на земле стоит, и уже сместились. Падение. Ушли. Лопатки дашь, Бэр, по ней? После взрыва встал.
Сразу фуры полтать. Падение. Ну зачем роты? Нам надо их взрывать, народ, пожалуйста, блядь. Падение. Дальше стопнуть будет нечем. Ушли. Вы просто их вот стопаете, они собираются все в одну кучу, мы не можем их растянуть, это же нормально взорвать. Вот, посмотрите. У нас появились следующие, у нас, блядь, куча этих стоит. Что вы творите-то, алло? Вижи, пожалуйста, вообще ничего не делай до начала второй фазы. Падение. Тримаз, тримаз. Вот мне тебе по аларму не надо, потому что три нормальные. Отводите алара. Вперед протягивать. Стопните, не переведите хоть. Всяко отпускай их потихоньку. Падение аккуратно. Фиаско. Да. Чем вертать вообще? Кирс, на первой фазе наша задача их взорвать. Вот конкретно взорвать. Мы взрываем их поочередно. Не лезьте туда с контролем. Там достаточно меня и всякий на первой фазе. Там еще всякое, в принципе, в соло спокойно может расти. Просто даешь руты, у нас собирается пачка, у нас нихуя не взорвано, у нас выходит, блядь, два пака, и они все стоят в рутах. Что мне с ними делать? Смотреть на них? Так, а что у нас по плащу танковскому? Господа танки. Снимите ёбаные диваны, блядь. Мне и фанатизм он точно не надо. Бота можно замутить. Она появляется, потому что разные боты запускают. Так, у нас там... кто? Войт, тебе танковский плащ надо? Ага, пожалуйста. Зачем ему этот плащ? Он для ДК больше. А зачем камни из ПД интеллект ДДшный? Тоже хочет? С ПД интеллект? Не знаю, протопал пойдет. Керс, ты услышал? Пожалуйста, внимательно с контролем, не лезь на первую фазу. Первую фазу просто бей, вот дамаж спокойненько. Во второй фазе там один пак держим, мы второй взрываем по очереди.
Так, осада, давай, Долоран. Паша, Шарри, тут доспех есть же? Нет, я ему не собирал. Так, а что у нас с Андресом? Пускай Андрес залетит. Асада, ты можешь выйти пока из рейда? Сейчас зайду. Не, ну в смысле меня. Я не понимаю, зачем. Что произошло-то? Я, кстати, я просто давно не заходил в игру, что-то там с языками случилось. Я вижу, что у всех всеобщий. А мне зачем? Это какая-то багнутая херня. Ну, видишь, как ты пишешь? Перезвон. Ну, тебе наш шкаф адреса присуманим. Ребят, даем. Посмотрите, бафы банки обновите. Рыбку можно? А что это, Миша? А почему ты спрашивала про Шарин ДДСП? Ну, у нас, чтобы ДДС спить. Может, как там такое себе. Давай шустрее. Макрос, технология. Андрес, все есть? Макрос, как обычно, не графит. Падение. Сань, подведи в дупу, а? Падение. Что?
падение. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Заходы часовые, тут вы проверьте. 2 минуты на станцию. Падение. Все. Падение. Ушли. Надо будет стопить, готовьтесь. Но не вливайте. Падение. Ушли. Топните пауэр, дайте нам взорвать еще больше. Можете переводить. На второй этаж. Рассеянность. Что на втором? Битве коста. На третьем фир. Падение ушли. Рано. Угу.
Две дальние. Угу. Мурлок, два держим в бане. Я выпускаю ни в коем случае. Два шага назад сделайте, РДД. Падение. К боссу не бегите, милики, стопните здесь. Пометки. Крик. На дальних очень много. Угу. Все три у нас. Тихо. Пока не взрываем. Крик. Блять. Держите пока. По одному взрываем. Крик. Влево сместились. Ума. Крик. Два шага назад по метке. Два на дальних, контролит нечего. Иди спала у нас, нет? Иди спала, очень хуёво. Передних отпускайте, держим задних. Передних отпускайте, взрываете. Падение. Нет, нет. БР, если есть. Нет, нет. Кота отправь туда диспелить, если там сова сдохла. А ты диспелить будет некому. Этим диспелить. Ой, хибер. Фир, фир. Фир, осторожно. Крик. Ну, готовься ловить. Коре забрал. Ничего. Ну, тайфунчики. Первый потом. Крик. Это там купол будет от ДЦ? Нет, КД. Падение. Крик. Тандер бы пусть толкнул, спадет. Крик. Крик. Влево. Крик. Умрете. Пометки. Те, кто не на контроле. Крик. Бля. Чем? Там. Чё, там? Нам нужно ложиться, блядь.
Можно попробовать. Хотя, какой нахуй пробовать? Чё пробовать? 2 ДД, блядь? Серьезно?